Друзья, всем привет, с вами как всегда Бамбуковый Мишка Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. Помните, ребят, мы на днях играли Гуль, и там было название бла-бла-бла. Смотрите, теперь здесь изменилось название, называется Гуль The One, и добавили Ариму. Что мы видим? У вас теперь дэши есть, максимальный уровень 100к. Вы что, реально 100 тысяч? Обалдеть. И скиллы E, R, C и F. Давайте зайдем сейчас и глянем, что же тут мой подписчик новенького наводил. Ну что, усаживайтесь поудобнее, ребята. Не забываем, конечно же, подписаться на канал, прожмякать колокольчик и влепить царский бамбуковый лайк, для того, чтобы получить двойную удачу от бамбукового медведя. Ладно, рыба-карась, игра понеслась. Так, и что же мы увидим? Как всегда, я лысый. Не, ладно, это всегда я лысый, потому что здесь без шапки. Это что, Антейку, что ли? Ёлы-палы, Антейку-то полностью он переработал. Смотрите, как прикольно стало выглядеть. По крайней мере, уже не скопировано и как-то по-самобытному. Смотрите, как столы расположены. Обалдеть. Мне уже нравится. Так, товарищ, с тобой можно поболтать? С товарищем нельзя поболтать. Это у нас Канеки? Канеки, смотрите, одноглазый, точно, вон он в повязке, и здесь у него чашечка кофе. Мне, пожалуйста, двойной экспрессо. Отлично, здесь уже ребята заходят. Ребята, заходите, усаживайтесь поудобнее. О, это что такое? Нифига себе. Я смотрю, здесь новые кагуны поводили. Блин, а что у меня так лагает? Роблокс, не болей, ребята, вот последнее время вообще... О, тихо, теперь 60 кадров. То 60 кадров, то 10 кадров, такие просадки. Так, а здесь... О, нифига себе, я еще на стены уже полез. Где дяденька Ишимура? Дяденька Ишимура нет. Блин, Роблокс, пожалуйста, не лагай. Ням-ням-ням-ням-ням. Да, прикольненько. Выбегаем, ребята, выбегаем. Выбегаем. Так, подождите, что-то пошло не по плану. Наверное, нужно выбегать именно вот здесь, да? А, окошечко, это что такое? Сверху, капец, мини-шторы, обалдеть. Так, что мы видим? Нифига себе. Нифига себе, появилась трава, появились деревья, ребята. И появился мертвый еще один бамбуковый медведь. Меня опять убили, ребята, обалдешечки. Так, всем привет. Всем привет, ребят, всем жму лапу. Так, а где я появился? Мама родная, только не говорите, что это ад. Либо это рай. Капец, клетки замуровали. Выпустите медведя. Вот так всегда. Так, все, теперь вроде бы все пучком. Так, только не убивайте меня, ребят. Только не убивайте слишком быстро. Капец, нифига себе, квинки, кагуны какие-то появились. Ну-ка, единички. Так, это я помню, это у меня было. Так, на Е, я помню, быстро он нам кастовал. Ну-ка, Е. Смотрите, уровень копится, копится. Ну так правильно, если так уровень копится, конечно, у нас 100-тысячный уровень можно и набить. Так, а где-то квесты выдавали. Здесь их, короче, сюда попереместили. Здесь у нас большое здание. Здание это CCG. Работа ведется, ребята, работа ведется. Смотрите, человек старается. Давайте поддержим его, да? Так, здесь у нас туда, здесь у нас сюда фонтан. Фонтан, я помню, был, но, по-моему, он был, не был такой красивый. Ай, водичка, водичка, водичка. Так, ладно, не отвлекаемся, я же гуль. Так, здесь у нас... Капец, красавчик, ты что тут лежишь, отдыхаешь? Ну-ка, давай, вставай. Так, цикл. Понятно, вот это было. Прикинь, теперь он, ребята, лежит, просто отдыхает. Красота. Гули, смотрите, магазин появился. Святой бамбук, мать моя женщина. Какая красота. Так, ребята, здравствуйте, я к вам пришел. Ням-ням-ням-ням-ням. А что-то здесь темно. Там тот валяется, ничего не вижу. Капец, здесь, по-моему, ребят, кого-то это... кишки на локоть намотали. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, выбегаем отсюда. Это и не тут ли заспавнился я тогда, а? Может быть, я тут и заспавнился. Так, здесь мы выбираем, если хотим стать за квинки. А, нет, за гулей. Ты потеряешь свои квинки, отлично. Гуль, шоп, ета. Широ, нишики. Блин, а нишики 5 миллионов. Сколько у меня? А у меня 7 миллионов. Блин, давайте станем, а. Цукияма. Цукияма, 50 тысяч. Цукияма. Ну-ка, нишики, ребята. Нишики, отлично. Так, капец. А, нет, нормально, здесь можно вылезти, да. Единичка. Крабик! Крабик! Ништяк! Ну-ка, скиллы, ребята, что у нас по скиллам? Блин, смотрите, квинки какие клевые. Это что, триплс-сова? Ну, что такое? Ну, колись! Капец, оно у них у всех! Нет, это, наверное, не триплс-сова, ребята. Смотрите, и не у всех. Все какие-то крутые, обалдеть. Так, ладно, дайте мне протестить крутые. О, погодите, крутые, это что, Джузел, что ли? Джузо, братишка, как дела? Обалдешечки, смотрите, настоящий Джузо, да еще и с чемоданом. Прикольно. Так, ладно, хорош уже троллить. Е. Это что, скилл был на Е? Скилл был на Е, меня убили опять. Дайте мне затестить, святой бамбук-то, а?
О, дэши теперь, нифига себе, вот это дэши. Все, меня нету, я спрятался. Не увидели они меня? Капец, опять бегут по мою, ребята, эту. Капец, нифига себе тут перемещение. Уи-уи-уи, смотрите, как быстро, да? Так, Е. А, Р. А, погодите, Р. Сверху, Е вот так вот сбоку. Вот это вот Р. О, нифига себе, он кидает его. Обалдеть. Так, а F-ка что такое? F. Блин, я ничего не понимаю, что здесь происходит. А на С есть скилл? На С нету. Ну-ка еще раз, ребята, на Е. Е тестим. Просто атакует, да? Хлоп, атакует. А вот на Р-ку, смотрите, Р. Хлоп, и пошел отсюда. Ха-ха, выкинул. Ну-ка, теперь F. F. А теперь как-то он меня самого кидает. Я не понимаю, это баг или это фича? Почему я сам себя кидаю? Смотрите, ребята, F. А, нет, все нормально. О-о-о-о, нифига себе, R. Иди сюда, Нубас. Капец, ну как-то так происходит, что он бывает сам себя подкидывает. F. Хе-хе-хе, полетел. R. Хе-хе-хе. Блин, капец. Вроде бы и ничего особенного, а весело, ребята. А, как-то багованно происходит, ну ладно. А E это просто скилл. Ну-ка, так же он быстро. Быстро-быстро-быстро-быстро нахлобучивает, и уровень копится. Да, прикольно, нишики. Так, а стадий здесь нету, да, ребята? Что такое? Сейф? Это можно сохранить, да? И звуков я не слышу. Вы слышите звуки? О-о-о. Музыка играет. Звуков покамест нету, ребята. Звуков покамест нету. Ладно, музыку-то я отдельно свою наложу, наверное. А, балдешечки. Блин, мне уже нравится. Конечно, да, до Гуля еще далеко. Да, Рагуля имеется в виду оригинального. Но человек старается, что-то делает, ребят. Тем более мои подписчики, красавчики, да. Так, квест я хотел посмотреть. Джуза, Джуза, Джуза. Надо еще потом будет нафармить, кого-нибудь другого взять. А, CCG. А туда нельзя зайти? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Где вход? Сова, открывай. Медведь летит. Не пришел, а именно летит, да? 113 уровень, красотуля. Так, Джуза, братишка, я к тебе иду. Двойка, тройка, четверка, пятерка. Нет, нету, ребята. А, никаких скиллов. А, как, точнее, никаких стадий нету. Да погодите вы меня убивать. Видите, я тестирую. Так, капец. Тут надо маленько вот так вот дырочку сделать. Джин-джин-джин. Выпилить, да? Выпилить. Я хочу посмотреть, сколько теперь дается. Сколько у меня? 2 миллиона 600, да? Ну-ка, болтаем с ним. Дами, теперь 50 уже надо их убить, да? Ну, точнее, нанести урона. Ну-ка, смотрим. Да капец, ну дайте мне хоть что-нибудь затестить. Хорош убивать уже. Придется, наверное, на VIP идти точно. Так, а вот, смотрите, здесь дами было 15, а Джуза нам дает квест на 50. Ну, типа, это следующий, да? Типа, это следующий квест. Так, 50. Так, 2 миллиона 600, 700... так, это точно миллионы у меня? Да, 3 миллиона. А, погодите, я квест, что ли, выполнил уже? Что-то я ничего не понимаю. Погодите, квест взял, 50. Я там не успел поставить, меня сейчас опять убьют. 3, 4, 5, 7. Так, хочу, погодите, ребята, сейчас до конца доведем и посмотрим, сколько дается за квест. Блин, а может быть там просто было написано, сколько я не обратил внимания, вроде бы нет. Так, 30, 35... Тихо. 36. Главное здесь не прошляпать. Так, у меня 4 миллиона. Ребята. Так, 4 300. Практически, да? Да, у 4 300. 4 320. Последний раз. 4 300. Ого, 6 лямов. Короче, 6, а было 4. 2 миллиона. Короче, 2 миллиона за один квест, да? Здесь не показан, да, хит. Нанеси даме 50 раз. А, просто не написано, сколько дается. Короче, я засек, ребята. Можете не засекать. 2 миллиона. Ха. Смотрите, F. Хватаем его. R. Блин, нубика сейчас хватаем. Смотрите, ребята стоят такие. А ну-ка. Опа. Полетел. Ну-ка, полетел. Ну-ка, иди сюда, полетел, говорю. Иди ты полетай тоже. И ты полетай. О, что это такое? Никита пу ба 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 нет. Соси. Я надеюсь, что это сосиска, а не то, что я подумал. Так, я квест выполняю. Все, сами там сосиски кушайте свои. Так. Тихо, у меня 130 уровень. А уровень, кстати, больше не дается. Ну-ка, или только деньги даются? 20. Опять соси. Нет, да, ну вот. А, pull result. Короче, что-то какое-то голосование.
За сосиски 12 человек проголосовало, очумеет. Ну, надеюсь, что это сосиски. Так, ну чем плохо, когда убивают, весь квест слетает, ребята. Получается, я здесь их задамажил. Их там половину, а все, меня опять убили. И мне все заново. Все, меня нет, я спрятался. А ты толстый, не пролезешь. Блин, нет, тоже худой, пролез. Смотри, какой шустрый, а. Такс, и единственное, вот это weapon shop, я так и не понял. Это, наверное, только так, 100 миллионов. У меня сколько? У меня 10 миллионов. У меня денег нет, ребята. Денег нет, а вы держитесь. Я хотел еще посмотреть, что там по гулям-то, да? Сукиям, я уже не помню, что у нас было. Так, 100 миллионов. Блин, надо на это накопить. Надо накопить на это. Нишики, 500 тысяч сукияма был у нас, по-моему, да? 50 тысяч, я уже сейчас не помню, ребята. Я что, столько этих гулей снимал, уже запутался просто. Но, по крайней мере, антейку мне нравится. Что-то у нас новенькое. Так, единичка. Да, Цукияма у меня был. Вот он на Ешку так было у нас. А тут еще что-то цвета меняют, да? Смотрите, смотрите. У меня 136 уровень, ребята. У меня уже 136 уровень. Капец, опять меня убили. И у меня статов нету. Что здесь есть плохо? MNOP. Нету статов. Ну, я не знаю. Наверное, надеюсь. И у нас даже нету полоски с жизнями. Ну, вот она стандартная наверху, ребята, да? А, где-то, наверное, что-то копится. Надо с ним будет побеседовать. За уровень-то хоть что-то у нас статы растут. Атака, не атака. На даме их не видать. То есть здесь у него нету вообще никакой характеристик. Сколько мы атакуем? Обычно там вылетают циферки. Либо там в менюшку заходишь. Там у тебя там столько-то хп. А, прокачал там дюрабилити. У тебя там было 100 хп, стало 120. Уже видно. Атаковал ты по 100. 5 поинтов кинул там. В стрендж куда-нибудь, там в кагуну, начал больше атаковать. Даже в рагуле нету этих циферок. Но я люблю, когда циферки есть, когда ты можешь все видеть и контролировать. Прокачал, так сразу видишь, там атака выросла там на 2%. Было там 100, стало 102, например, там дефа там тоже подросло. Вот так вот у нас в этом, в боку на Роблокс удобно. Помните, ребята, там каждая атака, все по циферкам есть, все сразу видать, там деф, не деф. Туда-сюда, здесь вот пока ничего не видать. Фиг его знает, чем у нас там растет за этот уровень. Ну, надеюсь, что что-то растет, не зря же его копить, потому что, возможно, там потом на какие-нибудь стадии нужно будет, ребята, что-то еще дальше прокачивать. Ну, например, там требуется кагуна какая-нибудь, там вторая стадия требуется, там, 500-й уровень, там, 1000-й уровень, знаете, как вот в этом врагульке. Ладно, понятненько, так мы посмотрели, хотел еще по карте прогуляться, дэши тут есть, наверху там что-нибудь есть у нас на антейку? На антейку, выход стандартный, ничего нету, да? А там что? Вау, нифига себе, погодите, тут какая-то шляпа у нас. А, все понятно, это та статуя. Она просто перенеслась в другую сторону, да, немножко. А, антейку написано, красота. Антейку, антейку, антейку. Так, и в принципе все, да. А, кагуна шоп появился, где гули вот этот вот. Большая база CCG. Блин, а как бы мне превьюшку сделать, чтобы и то попало все в кучку, а? Ну так с этой стороны нормально будет. Ладно, что-нибудь сейчас придумаю отдельненько. Прикольно, спасибо подписчику, то, что что-то делает. Давай, старайся. Буду периодически к тебе забегать, поднимать тебе здесь актив на плейсе и так далее. Но моя просьба ему, конечно, сделать уровни какие-то. Сделать систему ХП, чтобы видно было. Сделать дамаг, чтобы было видно. Чтобы был какой-то интерес. Потом какие-то, чем дороже здесь, например, на гуле продаются, да? Так, это у нас эти, CCG, да? Это CCG. Это CCG. И, кстати, тоже можно куда-нибудь вот этот магазин вот сюда вот переместить. Ну, к базе, чтобы как-то с базой они тут ассоциировались, да? Чтобы, когда выбираем, например, на какой-то квинки кагуна, например, требовался еще какой-то уровень. Помимо того, что требуется там дофига йен, можно сделать, требуется уровень, чтобы был стимул его качать. Пока я не вижу стимула его качать, зафига этот уровень. Я не вижу своих характеристик, я не вижу ничего. Смысл и так далее. Вот здесь непонятно. А, и также, когда квесты мы берем, чтобы было понятно, сколько, ну, кого чего убить уже понятно. А чего будет даваться? Чтобы давали, например, на экспу еще дополнительно. И было написано, 50 даме квест выполняешь, равно, там, 2 миллиона йен. А так приходится засекать. Ну, хотя тоже интересно самому исследовать, смотреть там. Получается, вот сейчас мы 50 штук раз убьем. И на левую клавишу мыши нету. И отката скиллов нету. Обычно так, оп, кверху подходит у нас этот... Ну, откат как происходит, да? То есть видно сразу же, сколько там откат. Чтоб прочитать можно было про квинки, про кагуну, про каждый скилл, описание. Ну, понятное дело, что это сложно, это нужно делать все.
Я просто имею, я не докапываюсь, да ни в коем случае до плейса. Я просто говорю, к чему стремиться и что бы я бы хотел здесь видеть. А так прикольно. Мне всегда интересно посмотреть какой-то новый плейс по токийскому гулю, побегать, посмотреть, пощупать, сравнить и так далее. Тем более, конкуренция всегда заставляет всех разработчиков этих плейсов шевелиться. Если был бы у нас один рагуль, он бы и не шевелился. Куча конкурентов, они друг с другом борются, ребята, а мы как пользователи, как конечные. Ух ты, это что такое было? А, это я опять умер, да? А мы как пользователи, конечный потребитель, мы только от этого выигрываем. Больше плейсов, больше они между собой конкурируют, и больше разработчики стараются. И мы в итоге получаем более качественный продукт. Вот такие пирожки, ребят. Все, на этом видосик я буду завершать, ребята. Всем от души желаю отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Мишка Капанда. Всем жму лапку и всем пока-пока.